Сегодня инспекторы ГИБДД не штрафуют, наоборот, поощряют. В Иванове проходит традиционная акция «Полицейский Дед Мороз». Инспекторы останавливают машину, поздравляют водителя и вручают ему специальный автомобильный гостинец. Мы стоим на дороге и хотим поздравить водителей, которые, я надеюсь, не нарушают правила дорожного движения. Нет. Вы соблюдаете их? Конечно. Отлично. Видишь, как к нам это, водитель какой попался. А также мы хотим вас поздравить с наступающим Новым годом, пожелать всего хорошего от наших сказочных героев. Дед Мороз, Снегурочка и их помощник Дикоша, прежде чем вручить подарок, просит водителей рассказать стишок или спеть песню. В такой момент взрослые чувствуют себя детьми. В лесу родилась елочка. А дальше? В лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Кроме поздравлений, акция имеет профилактическую направленность. Инспекторы напоминают водителям: праздники не время расслабляться, особенно за рулем. Мы дарим водителям не только подарки, но распространяем нашу агитацию. Это для нас возможность еще раз водителям перед Новым годом напомнить о том, что нельзя употреблять алкоголь перед тем, как садиться за руль. Ну и самое главное, что новогодние праздники – это время путешествий для многих семей, поездок. Еще раз мы напоминаем, что необходимо использовать ремни безопасности. Ну и самое главное, сейчас зимние каникулы – это необходимо использовать детские удерживающие устройства. Главное пожелание автомобилистам на будущий год – быть взаимовежливыми, внимательными и осторожными на дороге. Если каждый начнет с себя, аварий станет меньше, и обстановка на дорогах станет доброжелательней. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.